Русские солдаты пролили свою кровь на сирийскую землю ради будущего наших детей. Это самое большое, что может сделать один ради другого – отдать за него свою жизнь. Наш долг – быть вместе с Россией и сражаться за нее так, как она сражалась за нас. Тем более, что на Украине русские снова жертвуют собой ради других, спасая свой братский народ от нацистов, которые сродни ИГИЛ и Джебхат ан-Нусре. Вы спасли Сирию от США и их союзников. Теперь мы готовы сражаться против их псов за вас. Все, что делает Россия, это превентивные действия. Мы знаем, что за этими событиями стоит НАТО. Мы, камерунцы, если нас попросят пойти и поддержать Россию, мы пойдем, не задумываясь. Я из Венесуэлы. Мы тоже боремся против империализма и гегемонии США. Мы полностью поддерживаем специальную военную операцию России на Украине. Мы уверены, что наш опыт будет полезен для вооруженных сил России. Поэтому мы готовы поехать на Украину для борьбы против национализма и американцев. Передаем слова братской поддержки России в борьбе с империализмом и фашизмом. Мы в Чили знаем, что такое фашизм, мы пережили это, полностью поддерживаем действия интернациональных сил. Face au nationalisme ukrainien.